Здравствуйте, вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42, в студии Сергей Уланов. Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров озвучил окончательные итоги выборов президента страны. Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов избирателей. Жугули Дайрабаев – 3,42%. Каракат Абден – 2,6%. Мейрам Кажыкен набрал чуть больше 2,5% голосов. Нурлан Ауэзбаев – 2,22%. Салтанат Турсынбекова – 2,12%. И графу «против всех» заполнили 5,8% избирателей. Инаугурация Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября. При этом Минфин сообщает, что дополнительных средств на церемонию присяги выделять не будут. В Западно-Казахстанской области внеочередные выборы президента Казахстана прошли организованно и без нарушений. Об этом сообщили в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций. В составе областных и городских штабов все партии принимали активное участие и рассказали о проделанной работе. На внеочередных выборах уральские избиратели голосовали активно. Это подтверждает показатель средней явки по республике. В день выборов наблюдатели работали с самого утра и до подсчетов голосов. В области были созданы один областной и 13 территориальных общественных штабов. К ним присоединилось около 400 человек. Члены филиала партии «Ак-Жол» активно участвовали в предвыборной агитации. Значит, проводилось более 200 встреч с различными сферами деятельности наших жителей. То есть встречи были и в системе образования, в системе здравоохранения, на заводах, в различных сферах общественной деятельности, журналистами. Члены ОБСЕ предварительно организовывали выезды к представителям нашей партии в общественные приемные, смотрели о том, как мы уделяем внимание всем кандидатам. В регионе свою работу выполняли более 3000 национальных наблюдателей, 3 человека из СНГ и 16 из ОБСЕ. В стране были созданы все необходимые условия для работы 19 международных наблюдателей. В целом процесс голосования прошел на высоком уровне. По результатам выборов на территории Западно-Казахстанской области не было зафиксировано никаких сбросов и так далее нарушений выборных законов. Глава государства на марафоне ответил, что поблагодарил всех участников о проделанной работе и сказал, что Казахстан ждет перемены в будущее построения справедливого Казахстана. Напомним, что народ Казахстана доверил свое будущее Касым-Жомарту Токаеву. В голосовании приняло участие более 8 миллионов избирателей. Действующий глава государства сохранил свой пост. Альбина Коленова, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Актюбинская область оказалась на 13-м месте по активности электората на прошедших внеочередных выборах президента страны. Явка избирателей составила 72%. Согласно данным, представленным областной комиссией, бюллетени получили больше 400 тысяч актюбинцев от общего числа включенных в списки. Напомним, что избирательным правом могли воспользоваться 560 с лишним тысяч жителей региона. Из них впервые проголосовали порядка 4 тысяч актюбинцев, которым исполнилось 18 лет. Выборы проходили на 517 избирательных участках, в том числе 15 закрытых для временного пребывания граждан. Как сообщили в облизбиркоме, на момент завершения выборов жалоб и заявлений ни в территориальную избирательную комиссию, ни в правоохранительные органы не поступало. За ходом голосования следили больше 3000 наблюдателей. У кого больше показателей, это в Уилском районе 90%. В Хабдинском районе 87%, но в остальных районах и в областном центре тоже мы видели целым активность наших избирателей. Всем желающим проголосовать были созданы условия. Особых таких крупных нарушений не было. Это показывает, что все комиссии и все задействованные лица по проведению данной кампании были хорошо подготовлены.
Дизельное топливо в Казахстане за год подорожало на 12,5%. При этом летнее дизтопливо подешевело на 1,3%, а зимнее выросло в цене почти на 31%. Об этом сообщает Бюро национальной статистики. В разрезе регионов самый высокий рост цен на горючее зафиксировано в Актюбинской области. Здесь дизтопливо подорожало почти на 28% за год. В тройке антилидеров также оказались Абайская и Восточно-Казахстанская области. Меньше всего увеличение цены на горючее ощутили на себе жители Алматинской области. А вот в Туркестанской области дизтопливо подешевело почти на 2%. На прежнем уровне цена на горючее осталась в Шымкенте, Жамбылской и Жетысусской областях. Вместе с этим в текущем году в стране произведено дизтопливо на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продолжаем выпуск. В Казахстане появилась полностью автоматизированная лаборатория. Весь процесс выполнения исследования, прием пробирки, оценка качества пробы и распределение по нужным анализаторам становится полностью автоматизированным. Что немаловажно, результат можно получить день в день, что для успешного лечения очень важно. Если обычно обрабатывалось 3-4 тысячи пробирок в сутки, то теперь число образцов увеличится до 10 тысяч. Это и скорость выдачи результатов, результатов и точность. В Актобе ученики одной из городских школ 5 лет ждут, когда им создадут комфортные условия для учебы. За счет бюджета им обещали построить пристройку к основному зданию, чтобы расширить площади в переполненном учебном заведении. Почему вопрос нехватки ученических мест отложили в долгий ящик и когда же поступят деньги на стройку, выясняла Лейла Уесова. Вторая школа в Актобе – одна из старейших в области. 3 года назад она уже отметила 100-летний юбилей. Сейчас она рассчитана на 900 мест, но здесь учатся больше 1600 детей. Детям не хватает места, и попечительский совет просит построить рядом со школой пристройку. Однако вопрос этот затянулся на целых 5 лет. У Альмиры Кенжиной здесь учатся особенные дети. Инклюзивный 1-й класс открыли в этом году. Но школа сильно перегружена, говорит молодая мама. Она, как и другие родители, просит власти построить здесь для начального звена отдельный учебный корпус. Дополнительно искать кабинет, дополнительно открывать отдельный класс для инклюзивников, потому что это тоже, говорю, должно быть небольшой класс, небольшое количество детей. Также, получается, с каждым моим ребенком идет дополнительно тьютор, то есть сопровождающий педагог. Получается, помимо детей, 19 детей, еще 3 педагога в классе. Ученики этой школы углубленно изучают английский язык и легко поступают в зарубежные вузы. Выигрывают различные олимпиады. Качеством образования родители очень довольны. Но единственная проблема – теснота и нехватка кабинетов. У меня уже здесь 2-я дочка учится. И очень хорошее образование 1-й дочке дали. Я никуда не хочу переводиться, я хочу, чтобы эта школа, наконец-таки, чтобы обратили на нее внимание. Глава попечительского совета школы Айбас Урмбасарулы уже 5 лет добивается выделения средств на возведение пристройки. Но проект остается на бумаге, а стоимость работы и стройматериалов растет с каждым днем. И все это в конечном итоге отразится на качестве здания. Это одни обещания. Вы понимаете, вот эта проблема, она не должна касаться вообще родителей, это должно касаться непосредственно чиновников. Ну а они вообще бездействуют. Еще одна проблема – пришкольный участок, который когда-то продали предпринимателю под СТО. Если землю выдали необоснованно, то чиновники намерены через суд вернуть территорию. Это при том, что часть школьного стадиона займет пристройка. Она обойдется казне в 900 миллионов тенге. В Акимате сообщили, бюджетную заявку подали только в этом году. Ее еще должны одобрить на сессии областного маслихата. Проектно-сметная документация готова. Оно было начато в 2021 году. В 2022 году, в текущем году, в июле месяце, было получено положительное заключение государственной экспертизы. То есть уже на 2023 год мы данный проект включили для финансирования. Между тем, дефицит ученических мест уже достиг 16 тысяч. В регионе сейчас 5 трехсменных и 4 аварийные школы. Чтобы их разгрузить до 2025 года, в планах строительство порядка 20 объектов. Только в этом году около 3 миллиардов тенге направили на строительство 14 школ на 4 тысячи ученических мест. Лейла Уэсова, Жумарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе.
Жители Атырауской области возмущены подорожанием продуктов питания. Только на куриные яйца цена выросла на 12,5% за последний месяц. Рост стоимости на самые ходовые продукты питания для жителей Атырау стали одной из главных проблем. Насколько выросли цены на остальные товары и как чиновники пытаются сдерживать цены, расскажем в следующем сюжете. Цены на продукты бьют по карману покупателей нефтяного региона. Здесь много семей, которые живут на 80-100 тысяч тенге в месяц. Увеличение расходов на питание особенно сказывается на многодетных семьях, матерях-одиночках и пенсионерах. Стоимость яиц в октябре выросла на 12,5%. Макаронные изделия подорожали на 3,8%. Мясо и молоко на 0,5%. Мясо, масло, мучное подорожало. Пенсионерам, мне кажется, очень сложно. Мы работаем, и то не хватает. Раньше мы могли купить продукты на 20-30 тысяч тенге, а теперь этих денег не хватает. Все очень сильно подорожало. Приходится экономить на всем. Я тоже возмущена ценами в магазинах. Мясо вообще не покупаем. Дорого. Вкус натуральной сметаны забыли. Правительство говорит, что все контролируется. На самом деле ведь нет контроля. Все очень дорого. Помимо продуктов питания, в регионе также выросли цены на бытовую химию, одежду и обувь. В департаменте статистики говорят, что подорожали и лекарственные препараты. Цены на лекарства заметно выросли. Среди них самый дорогой – Аквалор Форте увеличился на 15%, сироп от кашля – на 10%, кинефрон – на 1,2% и йодомарин – на 1%. Живущие от зарплаты до зарплаты с трудом оплачивают и коммунальные услуги. Это связано с тем, что цены на электроэнергию и другие тарифы выросли на 10%. Все придерживаются единого мнения, что решить проблему можно с помощью увеличения зарплат. Альбина Коленова, Айбек Байзак, Асылбек Абикенов, ТДК 42, Атырау. Президент выразил соболезнования семье пожарного Оскара Забикулина. Своим поступком он продемонстрировал верность гражданскому долгу перед Родиной и безграничное мужество. Его имя и светлый образ навсегда останутся в наших сердцах, говорится в телеграмме. По поручению главы государства с целью увековечения памяти отважного пожарного, одной из улиц столицы будет присвоено имя Оскара Забикулина, который спас людей во время пожара в жилом доме. Также в столице будет установлен его бюст. Выразил свои слова соболезнования и министр по чрезвычайным ситуациям республики. От себя лично, от всего коллектива Министерства по чрезвычайным ситуациям хотел бы выразить слова соболезнования родным, семье нашего погибшего товарища при исполнении служебного долга Забикулина Оскара Сериковича. Он действительно в нашей жизни останется как герой, который спас ценой собственной жизни других людей. Сейчас решаться будет вопрос об увековечении его памяти, но в наших сердцах он навечно останется тем человеком, который выполнял свой долг, невзирая на риск и угрозы жизни, которые он видел перед собой. Вечная ему память. В завершении коротко о спорте. Уральские ястребы в матче в плей-офф обыграли хоккейную команду Алматы в первом матче. Упорная борьба и отличная игра вратарей сохраняли интригу до последней секунды матча. Наши корреспонденты побывали на ледовой арене и воочию следили за игрой. Первые два периода обе команды бились на каждом участке поля. Стычки и тактическая игра сопровождалась молниеносными атаками в обе стороны. Но вот размочить счет удалось только в третьем периоде. Тяжелая игра была, хороший соперник. Ну как бы что еще сказать? Игра уровня плей-офф, я считаю. Уральская команда успешно воспользовалась численным преимуществом. Гостей в последние 20 минутки подвела собранность и ненужные удаления вынудили команду обороняться. Наверное, не хватило сил в третьем периоде. Было тяжело довольно. Боролись, старались. Лишние удаления не нужны. Завтра справимся, без удаления будем. Добавим, что победа в матче еще ничего не значит. Уральская команда повела в серии, но впереди еще несколько встреч. Добавим, что победитель определится в серии из 4 побед. Рустам Шарипов, Айбол Джарапар, Александр Грабарев, ТДК 42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.